1 плюс 1 умножены на 500 – 50 миллионов. Здесь нет ошибки. Смотрите видео до конца и сами убедитесь. Математики, школьники и многие другие сразу раскритикуют, что здесь ошибка. 2 умножаем на 500 – получится 1000. Все просто же, что за грубая ошибка? Но здесь мы хотим сказать не про арифметику, а донести следующее. В нашей стране 19 миллионов человек, из них, как минимум, половина населения хочет и ожидает перемен. Но перемены сами по себе не произойдут. Для этого нужно каждому сделать свой вклад. Кто-то создаст ячейку со своими доверенными людьми, кто-то распространит информацию у себя на страницах, а кто-то напишет комментарий. Некоторые помогают финансово тем, кто поборол свой страх и открыто борется с этим преступным режимом. Сейчас речь пойдет о важности поддержки активистов, политзаключенных и их семей. 1 плюс 1 умножены на 500 – 50 миллионов. Это значит, 1 плюс 1 – это цепочка, которую нужно сделать. 500 – это та сумма, которую нужно отправить активистам, политзаключенным и их семьям для поддержки. И откуда же 50 миллионов? Так вот, вы смотрите это видео, и если вы один из тех, кто хочет перемен, отправьте 500 тенге для активистов. Далее, отправьте видео своим близким, друзьям, коллегам и родственникам. Попросите их также отправить 500 тенге и распространить это видео дальше. Таким образом, мы распространим это видео хотя бы на 100 тысяч человек и добьемся того, что каждый из них отправит по 500 тенге. Тогда у нас получится собрать 50 миллионов тенге для поддержки активистов и их семей. Это очень важно. 100 тысяч умножаем на 500. 50 миллионов тенге, друзья. 500 тенге вы за секунду можете потратить. Купите пачку сигарет, пару баночек кола, пару раз поедете на такси и даже не заметите, куда и как вы их потратили. Но если вы поможете активистам, отправив 500 тенге, и если отправят 100 тысяч человек, то это очень весомая сумма для тех активистов, которые сейчас оказались под репрессивным аппаратом этого преступного режима. Это поможет нашим доблестным героям, которые сейчас борются за наше с вами будущее. На 50 миллионов тенге можно поддержать 500 активистов, если поддержать каждого на сумму 100 тысяч тенге. Эти 500 приведут за собой 5 тысяч человек, а если таких активистов будет 10 тысяч, то они приведут за собой 100 тысяч. Эти активисты приведут на митинги еще людей из своих ячеек. Так на площадях соберутся сотни тысяч наших сторонников, и мы сможем снести этот режим. Алга Казахстан. Сбор средств осуществляется на счет супруги Кайрата Клышева.